Язык народа – зеркало его души, культурное наследие. Это не только инструмент для общения между разными людьми, но и отражение культуры, менталитета, традиций и истории каждой национальности. В мире насчитывается более 6000 разных языков, а в нашей республике статус государственного имеют целых 5 – карачаевский, черкесский, русский, абазинский и ногайский. С целью популяризации изучения родных языков среди молодежи региона был инициирован проект под названием «Легенды и сказания Карачаево-Черкесской республики». Данный проект стал победителем конкурса фонда президентских грантов и получил поддержку различных ведомств Карачаева-Черкесии, среди которых и Министерство культуры, и Министерство образования и науки, а также и Министерство туризма и молодежи. Реализуется проект некоммерческой организации «Институт социально-креативного развития актива». Как рассказывает руководитель НКО Дарья Зинковская, самым трудоемким и одновременно интересным этапом стали непосредственно съемки 5 сказок, основанных на легендах и сказаниях народов Карачаева-Черкесии. Примечательно, что все они снимались на национальных языках республики. Участие в съемках принимали жители региона в возрасте от 18 лет, хотя у нас некоторые актеры были даже и младше, и старше. Все роли исполнялись исключительно на национальных языках. Реализация данного проекта позволила привлечь к созданию готового национального медиапродукта молодых специалистов, которые имеют также понимание в кинопроизводстве, например, сценаристов, актеров, гримеров, костюмеров. Более того, к съемочному процессу также были привлечены и опытные актеры 5 национальных театров республики. Одним из условий отбора актеров стало знание родного языка и, конечно, правильное произношение. Помимо этого, конечно, определенную трудность вызывало то, что все сценарии и съемки производились на национальных языках. И для правильной литературной составляющей фильма к процессу были привлечены представители научных институтов, что, в свою очередь, конечно, потребовало дополнительную поддержку и помощь в процессе съемок. В основу каждого короткометражного фильма легла какая-то определенная легенда. Так, для экранизации на черкесском языке было выбрано сказание о княжне Адьюх, чьи руки были так светлы, что могли освещать путь в ночи ее мужу Псабыдя. Многим жителям Карачаева-Черкесии знакома эта сказка, собственно, как и исполнителю одной из главных ролей Азрету Мамижеву. Как признается актер, поучаствовать в подобном проекте ему было интересно, тем более, что съемки проходили на его родном черкесском языке. Отдельный восторг вызвали локации съемок, которые проходили вблизи знаменитой башни Адьюх и на аутентичном ранчо Биберт. Вот этот проект, который сегодня проходит, он очень нужен нашей республике, каждому народу, каждой национальности. Как говорится, нам стыдиться нечего, показываем свою культуру, все красивое, все, что есть в нашем народе, в нашем языке, в нашей культуре. Это мы стараемся показывать, и это надо показывать, чтобы в дальнейшем гости знали, куда едут, чтобы наши дети, наши внуки разговаривали на нашем языке, придерживались наших религий и жили с высоко поднятой головой. Спасибо всем огромное. Не менее колоритными были места съемок легенды на карачаевском языке, которые проходили в основном на высокогорном озере Хурлакёль, добраться до которого стало возможным только при помощи партнеров проекта внедорожного клуба 4x4. Там в течение нескольких съемочных дней команда снимала легенду о пастухе по имени Аймуш, которому покровительствовал волшебный золотой баран. Среди исполнителей главных ролей всем участникам запомнился совсем юный Керам Каркмазов. Наравне со взрослыми он учил текст, отыгрывал сцены и вкладывал всего в себя в творческий процесс. Было очень прикольно, это было на карачаевском языке, что было даже очень классно, ведь потому что карачаевский язык, если его не читать, не распространять, то он просто пропадет. Так сложно немного было, но с мамой я все сделал, все преодолел, и мы так вот записали мою роль. Абсолютно все актеры отметили, что исполнять роль на своем родном языке – очень интересный и полезный опыт, который, несомненно, запомнится им на долгое время. Меня порадовало, что это был наш родной язык. Насчет этой легенды я не знал. Со мной поделился мой брат Рустам, который со мной играл в роли. Очень хорошая легенда, мне очень понравилась. Я теперь буду знать, и я очень рад, что я тоже был в этой роли. Мне кажется, детям, кто туда посмотрит, им станет интересно, и у них появится желание больше изучать родной язык. Впервые я снимаюсь вот так на камеру в подобном проекте. Мне очень сильно понравилось. Все были очень, профессионально все было сделано. Мне очень понравилось.
Пришлась по душе идея съемок на национальном языке и актерам ногайской легенды Шолпан. Стоит отметить, что каст этой короткометражки был абсолютно разновозрастной. Роли играли как совсем юные актеры, так и уже признанные мастера своего дела, среди которых была и актриса Ногайского государственного театра Марина Кайлубаева. Принять участие в проекте она решила сразу же, как только узнала, что съемки будут проходить на ногайском языке. Саму идею популяризации изучения родных языков в нашей республике актриса считает крайне актуальной. Сегодня это очень актуальная тема не только для ногайского народа. Мне кажется, это в целом охвачено на пространстве Российской Федерации, потому что сегодняшняя молодежь действительно не говорит на ногайском языке, касаемо ногайцев. Хотелось бы, чтобы они понимали ногайский язык, чтобы они изучали его, потому что это один из красивейших языков мира, я так считаю. Поэтому я подрастающему поколению желаю, чтобы они изучали свой родной язык, знали историю и обязательно просвещались. Несмотря на присутствие мэтров театральных постановок, большинство ролей в легендах и сказаниях Карачаево-Черкесской республики все же сыграли молодые люди, не имеющие профессионального актерского опыта. Среди них была и талантливая исполнительница главной роли сказки о Шолпан Айгуль Есинеева. Как и многие о проекте, она узнала из социальных сетей, решила попробовать свои силы и не прогадала. О съемочном процессе Айгуль отзывается с улыбкой и теплотой в голосе. По ее словам, атмосфера, царившая на площадке, располагала к легкой и яркой актерской игре. Команда прекраснейшая, было весело, очень комфортно работать. За счет того, что я вообще не профессиональная актриса ни разу, и вообще очень мало что знаю об этом, и я понимаю прекрасно, что это очень тяжело, поэтому со мной работал кастинг-директор отдельно. Он помог мне с эмоциями, чтобы я понимала, где правильно включиться. Вот, поэтому мне было за счет этого проще. Процесс съемочный, он всегда интересный, конечно же. И очень интересно смотреть, конечно, на все это дело и со стороны, и когда ты, тем более, в главной роли. Мне кажется, это вообще что-то такое. Мне очень было интересно в целом. Отличительной чертой каждой легенды стала демонстрация национальных костюмов народов республики. Так, в абазинской легенде «Дамхурц» большая часть сцен была снята в декорированной горской сакле, а все актеры были облачены в старинные национальные одеяния. Актеры, участвовавшие в съемках, уверены, что это привлечет внимание многих зрителей Карачаева-Черкесии, и особенно детей и подростков, для которых, собственно, и создаются данные фильмы. Мы принимали участие в съемках фильма «Дамхур» и «Мамхур» о любви прекрасной девушки и юноши, о том, что любовь превыше всего. Очень красивые национальные одежды, красивый быт, постарались показать историю тех времен. Самое главное, что тот формат, который команда выбрала, очень интересный. Почему? Потому что сейчас молодежь, газеты, журналы, они особо и не читают, и не интересуются. А вот фильмы, видеоролики, они с удовольствием будут смотреть. Не обошлось без съемок и на русском языке. Так, в рамках проекта «Легенды и сказания Карачаево-Черкесской республики» был снят короткометражный фильм под названием «Кубаночка», главную роль в котором сыграла юная студентка колледжа культуры и искусств Елизавета Захарова. Для девушки это был первый опыт съемок в кино, которым она осталась полностью довольна. Ведь на площадке она познакомилась с новыми интересными людьми и смогла увидеть съемочный процесс изнутри. Мне очень понравилось. За это время я получила кучу позитивных эмоций. Мы очень сильно сдружились со съемочной группой. Мы побывали в очень красивых местах. Это было очень интересно и очень классный опыт для меня. Мне кажется, для детей это будет очень интересно и познавательно. У нас очень яркие красочные костюмы, которые понравились бы детям. Принять участие в реализации проекта изъявили желание сотни людей, среди которых была и сотрудница районного дома культуры станицы Преградной Елена Фролова. Как и для Лизы, съемки в «Легенде о Кубаночке» стали первыми в ее жизни. Тем не менее, Елена вовсе не волновалась и получила от съемок максимум положительных эмоций. Я первый раз снимаюсь в короткометражном фильме. Для меня это колоссальный опыт.
Мы тесно связаны с казачьей культурой. Я сама являюсь родовой казачкой, поэтому эта тема мне очень близка, и для меня это большой опыт поучаствовать именно в таком грандиозном проекте. Я считаю, это очень важно, потому что если каждый народ будет сохранять свои традиции и передавать их через поколение в поколение, то мы сможем сохранить эту культуру. Легенды и сказания Карачаево-Черкесской Республики стали первым в нашем регионе проектом, который ставит своей целью популяризацию изучения национальных языков посредством создания короткометражных художественных фильмов. Все 5 короткометражек будут переданы в общеобразовательные учреждения республики, где смогут применяться в качестве дополнительного материала на уроках родного языка. Ну а жители Карачаево-Черкесии смогут увидеть их во время специальных показов, которые будут организованы в районных домах культуры.